Аман! Чё у тебя там? Да прямо ставь, нормально. Вот так, да? Ну. Так у меня волосы на руках инеем аж покрылись. Волосы на руках инеем аж покрылись. Прохладно. Че? Ну все, как ожидалось. Поехали на рыбалку. Полетело колесо. Запасного нету. Как обычно. Планы меняются, да, идем. На этапку, наверное, или на курью. Не знаю, посмотрим. Убить карася на рыбалку едут. Что ты скажешь? Рабочие моменты, так сказать. Что-то там орёт, Толик. Кстати, я не знаю. Не обратил внимания. За дорогу потоха начали ходить, я выходил. Ну. Ну, отходы как-то есть. Забыли. Все, все собрали, лесопеды заныкали в кусты. Не скажем куда, но начинаем рыбалку. Отдайте вас снова. Залезем. Так. Так. Давай. О. Пассажиры взяли с собой. Он ползает. Вот ни хрена, не живу. Неплохо. Так, весла. Весла, весла. Так, ладно, отплываем. О! Не-не-не. Только не научил. Какая? А это какая история была? Это же, как его? Ясон. А, и эргонавт. Ясон и рыбонавты. Че, куда, где? Иконки-то будешь свои ставить? А это деревня, что мы там вот там даже деревня. О, тебе же денег на веревку не нужна, да? Маленькая. Ну как бы. Нет. Ну да, конечно. Нет, это не берем такой же. Ну да. Эх, красота! Где будешь ставить? А вон нам тут деревья не будет. Может быть здесь не будет? А? Может быть здесь не будет? Ну давай здесь. Вот потом деревья. С каким? Ну вот я под этим хотел. Ну уже. Да, под этим? Да, thank you.
Так, есть контакт. Вот она. Ух, есть! Первая щучка сегодня. Снял? Это что, снимал? Да. Первая сегодня щучка. Радует. Мне сейчас посадок этот треснул. Маленькое с усилием взял. Ну вот, славненько. Да, все. Сейчас поймаем. Идет. Так, готовлю. Тихо, не спеши, потихоньку. Есть. Тихо. О, готовились, а? Красота. Симпатяга. Хороший клевок. Подумал, зацеп сначала. Ну, когда я сейчас брось, так что так кинул, а этот что, затрещал. Я снимаю. Да. А что тебе со спиннингом случилось? Модернизация? Эх, красотища. Ох, нога. Нога моя. Чё, рыбы нету? Рыба. О. Ну. Они прямо здесь вот из глубины вынырнули такие, посмотрели на меня. И уплыли. Что случилось с моей катушкой? Заклинило. Реально заклинило. Все. Как это возможно? Не знаю. Наверное, надо будет опустить вот эту дугу. Да, такое иногда случается. Клинит катушки, не только катушки. Мозги тоже бывает клинит. Какой баркас, фрегат, навающий утюг. Да. Ой, опять стоит. Я на старой сапоге. А?
листвы, да. Ну если что, тупик понесем на себе. Ну да, пока я поделал. Я тоже плыву. Я не знаю, где ближе. Потом батарею перецу, я помню. Ну да. Когда ключи перец, то вот. Ну да. Пошли так. Пошли так. Пошли? Сладкий полис. Красота, осень. Природа. Вот мы вернулись. Ага. Наконец-то домой. Чего прикинуть? Упасть как-то. Пролетел в сторону, упал в кузе. Он так кузине останавливает, видишь? Ну, завод. Мать его. Интеллигенция наша. Обалдеть, вот так.